объявлены аукционы, ремонт дорог, есть ли проблемы с подрядчиками, вырос ли объем дорожного фонда. На сумму 535 миллионов рублей, это ремонт дорог, тротуаров, проходных дорог на социальной сфере. В этом году наш дорожный фонд составляет 210 миллионов рублей. На дороге будет разыграно на капитальный ремонт 140 миллионов рублей. Такие конкурсы мы уже часть провели, отыграли. И вторую часть мы сейчас объявили, проводим, находимся в рабочем порядке, проходит. Проблема, как мы видим, ответчики у нас работают на нашем рынке, в принципе, все же. Соль, сахар, медицинские препараты. Какие меры предпринимаются для нормализации обстановки и исключения спекулятивных цен? Основная часть имеет небольшое повышение и рост цен на уровне 1-3%. Проблемы с сахаром сегодня актуальны. Сахар реально вырос в цене, хотя потребность населения в этом продукте я объяснять еще не вижу, например, почему они такого начали цену спускать. Запасы сахара во всех сырных магазинах логистических центрах имеются, подвозы согласно программе, который у нас был до этого. Но в связи с большим ажиотажем сейчас принято решение отпускать не более 2 килограмма на руки. Это то, что связано именно с сахаром, вот о чем мы говорим. По остальным продуктам рост есть, но незначительный. Регистрируется ли рост безработицы? А закрыть каких-то предприятий малого бизнеса, среднего бизнеса, которые еще не ставят себе работу,